Привет, отвечу на пару вопросов. Привет, давай. Как ты относишься к криптовалютам? Никак. Я их не знаю, что это. А ты слышала о какой-нибудь криптовалюте? О биткоинах что-то слышала. А что ты о них слышала? То, что их не могут заморозить, и это, в принципе, очень удобно. А, спасибо за ответы. Нет. Привет, отвечу на пару вопросов. Да. Что ты знаешь о криптовалюте? То, что это электронная валюта. Какие плюсы, минусы? Ой, это очень сложно, на самом деле, сказать, потому что есть как и плюсы, так и минусы. Но плюсы, наверное, это то, что она не зависит от политической ситуации. Вот. А минусы — то, что она, на самом деле, по-моему, даже незаконная. Ей расплачиваться где-то за какой-то товар — это незаконно. Вот. Да, правильно. В России можно только рублями расплачиваться. Да. А еще вопрос, что бы ты выбрала, рубль или биткоин? Ни то и ни другое. Хорошо, спасибо за ответы. Привет, отвечу на пару вопросов. Отвечу. Как ты относишься к криптовалютам? Я думаю, что сейчас это крутой способ хранить свои деньги, потому что вне политики, вне философии крипты отбирать у кого-то деньги или блокировать кому-то счета, поэтому для русских сейчас это явно выход, ну, я надеюсь. Как ты думаешь, сколько пользователей в России у криптовалюты? Ну, мне кажется, больше миллиона. От 4 миллионов до 10, по примерным подсчетам. Это достаточно много, кстати, я думала меньше. Спасибо за ответы. Привет, отвечу на пару вопросов. Конечно. Что ты знаешь о криптовалютах? Сама лично никогда с ними не сталкивалась, но как бы знаю, что это такое. Какие плюсы, минусы, может, знаешь? Я знаю, что это полная анонимность и что взятки удобно с ними брать. А как ты думаешь, сколько примерно пользователей в России криптовалют? Ну, Россия большая страна, наверное, несколько миллионов. Да, правильно, от 4 миллионов до 10 примерно. Угу. Спасибо за ответы. Спасибо большое. Привет, отвечу на пару вопросов. Да, давай. Как ты относишься к криптовалютам? Криптовалюта – хороший способ содержания денег, чтобы ничего не случалось с ними. Ты знаешь что-нибудь о майнинге? Майнинг на видеокартах майнят, видеокарты дорожают, все печально. Спасибо за ответы. Привет, отвечу на пару вопросов. Да, конечно, почему нет? Как ты относишься к криптовалютам? Слушайте, думаю, хороший способ заработка прежде всего, хороший способ анонимизации, да, то есть анонимной передачи. И, думаю, хороший способ межнациональный, то есть он вот эти ломает границы, да, так сказать. И как ты думаешь, криптовалюта — это пирамиды? Думаю, вряд ли все-таки. Думаю, это за этим будущее, думаю. Спасибо. Единственный момент, думаю, из-за этого вот плохо, что все дорожает. Спасибо за ответы. Да, пожалуйста. Здравствуйте, ответьте на пару вопросов. Да. Как вы относитесь к криптовалютам? Безразлично. А вы знаете, чем подкреплен биткоин? Интернет-ресурсами. Спасибо за ответы. Привет, отвечу на пару вопросов. Запросто. Как вы относитесь к криптовалютам? Положительно. Что вы о них знаете? Ну, я знаю о криптовалютах то, что это, ну, это так называемая черная касса, только белая касса для, ну, всех, так сказать, кто заинтересован в заработках. Какие у них плюсы, минусы? Ну, плюсы — это то, что эту валюту у тебя никто не сможет отобрать, и как происходит это сейчас, как бы, например. Ну, потому что деньги просто могут превратиться в ничто, а за криптой будущее, ну, я так считаю. А где вы храните деньги? В рубле, в банках или в криптовалютах, в биткоине, например? Ну, в рублях я вообще, в принципе, как бы храню только, как бы, там, ну, какие-то копейки, как бы. А реальные бабки, да, я бы попробовал загнать на крипту, ну, как бы, на криптовалютный счет. Хорошо, спасибо за ответы. Привет, отвечу на пару вопросов. Да, конечно. Ты что-нибудь знаешь о криптовалютах? Нет, ничего о них не знаю. Как ты думаешь, сколько примерно пользователей в России криптовалют? Около 500 000. Больше 4 миллионов точно. Спасибо за ответы. Привет, как вы относитесь к криптовалютам? Я не знаю, что такое криптовалюта. А вы купили криптовалюту? Нет. Спасибо за ответы. Спасибо.